Яхта в GTA Online. Даже миллиардеры будут завидовать тому, какие Rockstar Games приготовили скидки на яхты для игроков GTA Online, плюс особые бонусы и награды для владельцев яхт. Отдельно стоит отметить, что все, кто покупал премиум издание игры на сайте gta5.su, уже являются счастливыми владельцами яхт и другой супердорогой недвижимости на 10 миллионов долларов. Так что счастливчики, обладающие премиум-версией GTA 5 Online, смогут сразу получать удовольствие от игрового процесса в полной мере и проходить сюжетные задания исключительно для своего интереса и веселья, а не для фарма игровой валюты. Вы не боитесь качки? Если в вашем распоряжении уже имеется супер-яхта, загляните к капитану Брэндону Дарси на мостик или просто позвоните ему, чтобы приступить к заданиям из категории «яхта». И всю неделю получайте за них двойные доллары GTA и RP для подписчиков GTA+. Эти награды будут увеличены в 4 раза. Если вам пока ни на чем выходить в море, отправляйтесь на сайт DockTees и купите собственную супер-яхту со скидкой 30%. Выполнив одно задание яхта до 15 мая включительно, вы обеспечите себе бонус в размере 100 тысяч долларов GTA, который поступит на ваш игровой банковский счет в течение 3 дней. А за 3 выполненных задания вам достанется еще 100 тысяч долларов в качестве награды за завершение текущего еженедельного испытания. Бонусы за испытание прогресса карьеры. Отражайте нападения врагов и собирайте ценный металлолом в заданиях из серии «Яхта», и ваше упорство окупится с лихвой. Достигая новых уровней испытаний прогресса карьеры на PlayStation 5 и Xbox Series, вы будете получать различные морские награды. Например, завершив любое задание «Яхта» и достигнув первого уровня, вы получите кепку «Капитан», тогда как за более трудные испытания 4 уровня вам достанется толстовка A Super Yacht Life. Чтобы отслеживать прогресс карьеры в GTA Online и находить новые доступные испытания, войдите в свою учетную запись Rockstar Games на странице «Прогресс карьеры» или же откройте вкладку «Карьера» в меню «Паузы». Лафафоры. Обращайте внимание на цветущую лафафору. Съев это растение, вы сможете на время превратиться в одного из обитателей морских глубин. Касатку, тигровую акулу, дельфина, ската, акулу-молот или рыбу. В режиме эвакуация команда телохранителей должна сопроводить очень важного заказчика от места крушения до ближайшего места встречи, попутно отбиваясь от команды киллеров, которые будут пытаться найти и устранить цель. Вне зависимости от того, кто одержит победу, все участники будут получать утроенные доллары, GTA и RP. Владельцы подлодок «Касатка» могут прочесывать морские глубины с помощью сонарной станции. На этой неделе она продается со скидкой 30%. За все найденные тайники им будет начислено вдвое больше денег и опыта, чем обычно. Чтобы узнать больше дополнительной информации, посетите сайт gta5.su. Hello, sir. Thank you.
At your service. Steady. That was one hell of an operation, eh, boss? Wrap that business up for good. Will we be plotting a course? No worries. Off we go.